На валютном рынке без резких изменений. По курсу Национального банка на сегодня евро стоит 21 лей 12 банов, чуть дешевле, чем днем ранее. Доллар подорожал на 2 бана и торгуется по 17.20. Румынский лей все так же приравнивается к 4 молдавским и 33 банам. Украинская гривна стоит 60, а российский рубль 23 бана.